А для меня это весна, дождь, ветер. Я это сейчас только все поняла. Раньше как-то и не думала. А сейчас вот взяла и все-все тебе рассказала. Мамочка, я так есть хочу. Мам, дай мне что-нибудь. Ты же уж поесть, ты к матери пришла, да? Ты только про меня плохо не думай. Ты мне всегда верила, так и сейчас верь. Я, может быть, замуж выхожу. Валентина! Валентина! Выходи погулять, а то что-то тоска меня объела, друг мой. А выйди, очень тебя прошу. Тише, Томка услышит. Скучно с ней. Интеллигентному молодому человеку. Ах, вот ты какой, Шурик. Какой? Ты подлый обманщик. Ну-ну-ну-ну. И коварный соблазнитель. Валь, что ты в этом парне нашла? У меня деньги лежат на «Москвич», на срочном вкладе. Выйдь, Валька, а? Я вышла, Шурик. Том! Томка! Хватит спать-то! Колеса несколько раз. Здравствуйте. Здрасте. Я много ждал от этого дня, но ничего не вышло. Остается одно. Нам попрощаться. Зайдем куда-нибудь, мне холодно. Я сегодня пытался сдать работы на выставку. Я взял несколько картин под мышку и пошел. Там была очередь. Понимаешь, очередь. Там стояли ребята такие же, как я. Я выставил до конца. А в конце мне сказали, что все это не то. Что не то? Все? Все неграмотно. Все непрофессионально. Ну подумаешь, разве кого-нибудь сразу признавали? Ну, поголодаем немного. Даже не поголодаем, я же ведь все-таки работаю. Ты только не переживай. Переживай, не переживай. Просто я все понял. Надо еще много работать.